приглашается Ковригина Анастасия Антоновна. В октябре восьмиклассница Настя Ковригина отметила свой 14-й день рождения, а сегодня сделала еще один шаг во взрослую жизнь – получила паспорт. Она оказалась среди лучших учеников школ Советского района Самары. Здесь отличники и победители олимпиад, спортсмены и музыканты. Я хожу в музыкальную школу, учусь, вокалом занимаюсь и хожу там на дополнительно, то есть сольфеджио, музыкальную литературу. На много конкурсов ездила, выступала. Таким талантливым и активным школьникам паспорта вручают торжественно. Это уже традиционная для советского района акция «Ты гражданин России». В этом году это у нас уже вторая акция. Мы вручали накануне памятного Дня Победы. Там с приглашением ветеранов Великой Отечественной войны. Ну а здесь вот мы решили приурочить это к памятной дате. Это парад памяти, который у нас прошел буквально недавно, 7 ноября. 21 школьник сегодня получил официальный документ гражданина России. Волнительный момент и для родителей, ведь дети стали взрослее. Валерия Макарова, Константин Головин, события.